Друзья, всем привет! Ну что, миллион лет не виделись, и вот мы увиделись. Слушайте, ну тема сегодняшнего видео очень простая. Фишка в том, что мне просто надо было проверить этот усилок и поставил то, что под руками. А под руками оказались колонки Electronica 25AS. И поэтому мы сегодня будем слушать и смотреть усилок Фоси на колонках Electronica 25AS. Значит, что за усилок Фоси? Это модель Fossi Audio, так, BT20A. Что по параметрам этого усилка? Значит, по параметрам этого усилка версия Bluetooth 5.0, соотношение сигнал-шум 98 дБ, неплохо, вполне. Теперь вот смотрите, мощность Max Output Power. 100 ватт плюс 100 ватт на 4 омах. Значит, на домашней странице написано 2 по 100 ватт на 4 омах. И в скобках указано с 20 Гц до 20 кГц при искажении 0,04%. Так указано на домашней странице. Так это, не так это. Я лишь озвучиваю те цифры, которые указаны. Значит, стандартный блок питание, которое идет в комплекте 24 вольта на 4,5 ампера. Вот он. Друзья, как я вам не раз говорил, не гарантирую 100%, но, ну, например, друзья, 2 по 100 ватт, как так, если общая мощность получается 108 ватт. Во-первых, мощность блока питания – это отдельная тема для разговора. Во-вторых, как я не раз говорил, я, конечно, не гарантирую, но предполагаю. Хотите больше мощи с этого усилка, друзья, ставьте более солидный блок питания, но как бы китайцы его более солидным блоком питания комплектовать не будут, потому что тогда стоимость блока питания самого будет в несколько раз больше стоимости усилка. И никто в этом случае покупать их не будет, по крайней мере так много, как покупали до этого. Поэтому ставят хороший, отличный блок питания, но не самый лучший. Но это я так предполагаю. Продолжаем. Значит, оперируем сопротивление с 2 до 8 Ом. Эффективный диапазон частот с 20 Гц до 50 кГц. И вес 700 грамм. Ну, осмелюсь предположить, что 700 грамм это вес, наверное, с упаковкой вместе. То есть вся коробка, наверное, весит 700 грамм, скорее всего. И теперь один параметр, который здесь не указан, но который имеет место быть указан на домашней странице. У них чувствительность входа 280 милливольт, что, в общем-то, хорошо. То есть усилок, например, с CD-проигрывателя раскроется, в принципе, на полную. Если, конечно, блок питания позволит. Вот. А теперь, какая акустика у нас, друзья? А акустика у нас Electronica 25AS326. По-моему, давайте я вам покажу, что там сзади написано. И вы сами все прочитаете. Так, извините, я сейчас попытаюсь как-то присесть. Не очень тут удобно. Так, Electronica 25AS326. Рабочий диапазон частот 40 Гц до 20 кГц. Сопротивление 4 Ома. Дата изготовления, друзья, июль 83 года. И стоили они тогда, в 83 году, 135 рублей. Друзья, можете в комментариях написать, какая тогда средняя зарплата была. То есть, какова была стоимость пары этой акустики в сравнении с зарплатой. Я так предполагаю, что-то в районе одной такой нормальной зарплаты. Так думаю, но точно не знаю. Я там был еще очень маленький, пешком под стол ходил, поэтому, конечно, все это не помню. И что еще хочу сказать. Верьте вы там, не верьте, честно сказать, не буду я там отписываться, что-то объяснять. Надоело в последнее время как-то очень много неадекватных людей, которые просто пишут лабуду, но при этом вообще даже не пытаются привести никакого аргумента. Тем не менее, я озвучу свои цифры. Так вот, советская номинальная мощность 25 Вт, но так, сопротивление. На домашней странице есть также, как же она называлась-то мощность, это ёшкин-кошкин. Ладно, давайте на этом, не буду сейчас фантазировать. В общем, была еще цифра 35 Вт, это, по-моему, долговременная мощность. Так вот, советская номинальная мощность 25 Вт. Эта мощность давалась по низкочастотному динамику, только по низкочастотному динамику.
Современная мощность РМС приблизительно где-то 70 ватт на колонку. Я говорю приблизительно, точно я вам не скажу. Вот. А максимальная мощность, та, при которой акустика, как это принято указывать на всякие зарубежной акустике, максимальная мощность, то есть это та, при которой акустика выдерживает 1 секунду, после чего можно ее целиком и полностью относить в утиль. Так вот, максимальная мощность этой акустики где-то около 250 ватт. То есть делали тогда с таким серьезным запасом. Но в одном из следующих видео я вам расскажу, друзья, фишка-то в чем? Ведь надо понимать, что вся эта указанная мощность, друзья, это акустика, которая вышла с конвейера завода. Но нашей этой акустике на данный момент, посчитайте сами, уже 40 лет. А износ материалов, как говорится, никто не отменял. Но, тем не менее, они сейчас еще могут. Ой-ой-ой, могут. Вот. Чуйка, я, друзья, точно не помню. То ли 86 дБ, то ли 84 дБ. По-моему, 86, наверное. Можете написать в комментариях. Я могу поискать, попариться, но не буду. Не столь суть важно. И, друзья, будем слушать разную музыку. Итак, электроника 25AS326 и китайский усилок Fosy Audio BT20A. Погнали. Так, вот берем бумажку и слушаем что-нибудь. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу лезет грусть, по памяти пойдет со мной. Пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце.
черной земле и вспоминаем друзей, павших на этой войне, и думаем об одном, что у кого-то из нас будет пуля в виске. Война, бесконечная стрельба. Теперь я поменял полярность у этих колонок. Не, ну вы серьезно? Короче, блин, очередная тема, ну, он меня просто бесит, эта тема. Ну, почему провода одноцветные выходят из акустики? И вот люди не учатся на своих ошибках. Я в прошлый раз, когда слушал эту акустику, нашел плюс-минус на слух. Нормально, все тип-топ. А потом, друзья, вытащил провода, убрал, все нормально. И сейчас, как подключал опять, такой сижу и думаю. Почему я в прошлый раз не отметил, где минус, где плюс? Нет, я отметил, у меня узелки завязаны. Но я забыл, узелок это плюс или минус? Нормально. Ладно, продолжаем дальше. Алло. Алло. Да. Привет. Здорово. Слушай, как правильно? Молли или Малли? Молли. 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 Окей. Контроль теперь домой. Я отправлю свою любовь трезветь. Не стоит, это слухи, я не такой. Не верь, но порой это все ломится дверь. Ну как ты могла раздеться наши чувства догола. Говорить другому все те же слова. Бла-бла-бла. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь. Мир больше нравится мне в хламе, когда разорван я на тысячу мелких частей. Мир в хламе, когда качаются со мной миллионы людей. Чтобы все расставить по своим местам. Матч клуб, сотни рок. Я увидел тебя и подруг. Натянул свой секси лук. Я же доктор диско наук. Бэм, 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 мозгам. Я люблю себя, когда флам. Я весь мир люблю, когда флам. Там.
en la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Удалил песню, она с косяками, все время хотел ее удалить, вот которую только что включал. Вот сейчас опять включил, вспомнил про нее и удалил. Там по высокочастотному диапазону куча-куча косяков на этой песне. Ладно, ставим, друзья, последнюю. Погнали. Se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. C'est je sais quoi. Да, на последней песне интересные такие ударные. Чем мне нравится эта песня? Именно чисто такие удары по барабанам. То есть не какой-то вот электронный бас, а вот чувствуется, как бьют по барабанам. Такой сочный, смачный. Что могу сказать? Ну, вот электроника 25AS, такого же типа Estonia 25AS. Ну, вот, но я не понимаю. Я не понимаю. Мне как-то писали уже в комментариях, что у них динамики находятся как-то там то ли средневысокочастотники находятся в противофазе низкочастотнику или как-то так. В общем, тема в том, что вот, скажем, на одном положении плюс-минус низкочастотник лучше. То есть, вот, например, на втором положении, там в середине ролика я переставил, низкочастотная секция стала лучше, смачнее, как бы сочнее. Но, друзья, на другом положении плюса и минуса как-то вот, знаете, средний и высокочастотный диапазон более какой-то такой объемный и более какой-то такой яркий, насыщенный. То есть получается, в одном положении у вас плюса-минуса, у вас сочнее низкочастотный бас, а в другом положении плюса-минуса у вас выигрывает средний-высокочастотный диапазон. Ну, как можно было так сделать акустику? Причем это обе колонки одинаково, я не понимаю. Ладно, слушайте, ну, в какие-то моменты я тут сбавлял даже громкость, было неприлично громко. И, собственно говоря, знаете что, друзья, я как-то больше ничего не хочу от себя добавлять. Пишите сами свои мысли. Значит, Fossi Audio BT20A легко качает акустику электроника 25AS. Более того, мы слушали тут достаточно громко. При этом усилок холодный, ничуть вообще не нагрелся. И при этом мы не выкручивали ручку громкости на максимум. Тут и так уже было достаточно громко. Можно было вполне даже на каких-то моментах танцульки устраивать. И это при их-то чуйке, друзья. У них чуйка там что-то 84 или 86 дБ. Все остальное, друзья, пишите сами. Тема видео была, мне просто надо было, друзья, проверить этот усилок. И коль уж я его так и так подключал, то думал, ну ладно, запишу видосик, соответственно. В остальном, друзья, не обессудьте, видео сейчас не очень много выходит, потому что просто катастрофически нету времени, я не знаю, откуда его взять. Еще какие-нибудь там челы пишут, какие-нибудь длинные комментарии такие, на которые ты не ответишь двумя словами. Блин, вступаешь в эту переписку, тратишь время, потом закончишь эту переписку, думаешь,
Дурак, я за это время мог снять там уже парочку видео, нафига я тратился на него все свое время там. Друзья, это я не про вас, моих хороших подписчиков, у меня есть очень приятные, очень классные зрители, а вот попадаются такие отдельные как бы персонажи, которых вот и как бы забанить не можешь, потому что они как бы не хамят, они пишут вежливо. Но, блин, несут такую пургу, никогда не приводят никаких фактов. Просто гоняют воздух туда-сюда и без каких-либо фактов. Не знаю, это такая категория людей, которым нравится очень как-то вот провоцировать, так сказать, других. И не могу их забанить, потому что... Нет, могу, конечно, но совесть не позволяет, потому что они не хамят, они пишут вежливо. Но с абсолютно нулевой аргументацией. И вот ты втягиваешься с ними в спор, тратишь время. Я, кстати, сделаю и на эту тему отдельный выпуск, потому что пора эту тему... общение с такими людьми как бы прекращать, в том плане, что не хочется мне больше тратить на них время, потому что именно на них больше всего уходит времени в общении. Вот, ладно, друзья, простите, как всегда, я очень люблю поговорить. Все. Подписались, кто не подписался, поставили лайк, кто не поставил лайк, а кто-то и не поставил лайк, и не поставить лайк, дело каждое. Вот кто-то может поставить дизлайк. Ребята, ваше дело, я не гонюсь за лайками, дизлайками, еще чем-то там. Я делаю просто то, что мне нравится. Пока нравится, делаю. Перестанет нравиться, перестану делать. Вот, как-то так. Все. И увидимся в других видео. Все, друзья. Всем пока-пока.